Давайте мы будем... Знаете, у нас чиновник – это самый главный враг народа. Чиновник и милиционер. Но мы уже до такой степени довели чиновников и милиционеров, что страшно ходить по улицам, потому что милиционер уже боится что-то с тобой сделать, потому что его снимут, оболгут, так сказать, и не дадут ему ничего сделать. Но должны быть какие-то рамки. Я вас уверяю, я знаю многих чиновников, самых низших, это самого низшего, так сказать, я уверяю, это очень скромные люди, при этом достаточно образованные и умные, и которые за свой труд, я вас уверяю, недополучают. Они, их знания, им платят за их знания и за их опыт меньше, чем они бы могли получать в других коммерческих организациях. Но они получают меньше. Конечно, есть коррупция, конечно, есть все эти скандалы, и с этим нужно бороться. Но это не значит, что нужно государственную машину доводить до ступора, когда она ничего не может делать и не может исполнять свои функции. Вот мне кажется, что это уже перебор, и это ведет к блокировке действий любого государства, любого государственного чиновника, если мы каждого человека будем проверять еще на детекторе лжи при устройстве на работу.